Ниндзя! Всем привет, с вами снова E-Ninjas. И на этот раз мы играем 2 на 2 отборочные. Со мной в команде суровый человек из сурового Оренбурга. Зачем ты меня сдал? Теперь они знают, куда посылать цветов. Да, если что, все почести отдаете ему, потому что он у нас злобный зерк, значит, тащить будет он в этот раз. Как видите, на экране у нас отборочные. То есть, прежде чем отобраться в лигу, мы должны сыграть 5 боев, и в зависимости от того, насколько они будут успешными, нас определят в тот или иной дивизион. Но или буду... мастер, или элитный, да? Да. Извини, да, что да. Перебил. Ничего страшного. Прости, что разговариваю, когда ты меня перебиваешь. Там медиваки, сталкеры, мародеры. Ну, короче, я закопаюсь, напугаю. Ну, ты не напугай, ты просто зайди под них, чтобы... Когда они навалились, мы будем драться. Они меня видят. Ладно, я зелку подщелкну. Слушай, ну что-то их много. А, ну уходи, ладно, что-то не верится. После удара как-то жестко подмел. Нам надо зафокусить этих мародеров, а они, блин, это что-то зубы какие-то. Все, без проблем. Все, остальное умрет. Все, отлично, отбились. Заказываем под бустом. Ну, так, ко мне пробежали. Выводим рабов. И он успевает мне закрыть пилон. Скорее всего, раш... Короче, раш ему удался. Сейчас собачки прибегут. Да-да-да. Я тут... Ты не дерись так, Ань, ты их должен окружать. Вот теперь можешь... Вася, ты уши укатывайся, я сейчас прибегу. Нормально, нормально. Конечно же... Явное преимущество у оппонента в том, что все то время, что мои рабочие катались, они заказывали, строили сами рабочие. Ой-ой-ой, че ж так незаметно подкрались, капец, я слю королев. Так, слушай. Что-то сегодня экран ТВ откровенно. Ну ладно, сливать так сливать. Эу. Ага, судя по тому, что они... какие-то вообще звуки, ребята. На жрабов развыкнули. Судя по тому, что они подошли ко мне вплотную, они сейчас будут блинковаться. Вот тебе бабушка немножко газу прислала с пиздачи. Спасибо. Я его положу вместе с огурчиками от бабушки. Ну что? Один пион у меня. Последняя атака. У них уже воздух. О, еще один пацан. Он. И я заодно заказал третьего. И идем одним общим кулаком. Ага. Они потратились на форсфилды, да. Ой, характер. Ну все, извини. Что ж, у нас третий отборочный матч. Я уже полностью разуверился в то, что вообще могу выиграть хоть один бой. Уже почти ненавижу StarCraft, но мой напарник говорит, что нужно играть, нужно тащить. Так что запускаем. Сейчас закажем вторую газилку, чтобы с этим ресурсом не было у нас проблем. Вот там собачки сунулись, но здесь у меня уже два зелота. Вместе мы сила. Они почему-то не слушаются. Прихожу. Мои клинки. Отменяю.
под бустом делаю сталкера. Вот, ребята неугомонные. Усердно грызут мой пилон. У меня заказан очередной сталкер. Видите, вот мы палим здесь второй вход на базу, чтобы мало ли его не прогрызли. Ребят продолжают развлекать. Пугают нас. Знаешь, мне как-то подозреешь, там может быть банша. Занимай хату. Давай, иди. Что, идем? Да-да, иди. Ты меня не жди, я быстро бегу. А он, правда, сейчас палит земнагу по-любому. Да. А не. Спили вот эту вот летающую фигню. Окей. Сейчас земнагу проверим. Ну ты иди, иди. Я иммортала второго жду. Ну мы сейчас дождемся этих подвечений, как обычно. Давай ты танкуй, а я сейчас залечу если. Прожигай. Ты не мешаешь. Отойди, отойди. Черт, у меня все сдохли бесплатно. Отходи, отходи. Сейчас я заверну еще один. Пытаемся кайтить потихонечку. Я сейчас туда сталкером приду. А, нет. О, взрывай, взрывай, взрывай! Взорвался там, нет? Ну, ты мог я раньше всех собак сжечь. Слушай, есть газ? Давай, короче, не пропускаем их, нету. Если что, я кидаю им. Вот эту, давай халяву отожмем. Идем, 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 я в этот кину. Вон в кучку стоит. Оп. Будь по-твоему. Очень разумно. Не догоняй. Пустота холодна. Отступай. Че там, че там? Бросаю. Даже микрить не буду. Берегись, тиран. Так. А вот и тиран. Вот и... Легок на помине. Мы их слили хорошо, наверное. Вспомнишь тирана? Он тут же появится. Отступаем в тень. Заказываю второго колосса и... Заказываю форжу. Как обычно, они в отмашку, хотя нас больше, по идее, должно быть. Ветер плюс собак заказать. Так, нужно защитить нычку. Ты там где? Я пытаюсь. У меня собаки опять заткнулись за тебя. Я попытаюсь обижать твою. Давай, давай. Я все-таки смог это сделать. Печаль в том, что я потерял почти всех рабочих. Я тоже потерял. Я пойду хату сюда. Бейлинги катаются во все. Слушай, ну, тиран там может выйти. Ну блин, я вообще уже охреневаю просто. Да куда ты? Молодец, че за... Пусть они так умеют. Блин, у меня же мехозники, че это? Ну, застанет их. Ой-ой-ой! Собак на бейлингах теряешь. Вот это вот все с бремя просто. Крадущиеся. Только учишь, что мог собачки пробежать, как обычно. Шум наганец. Ну все, пошли.
Пошли. Мясо. О, там. Там банши. Что там? Банши, вот здесь. Сейчас попробую поймать. Давай, на Микос. Они к нам летят. Да-да-да, давай. Все поймал. Ае. Fuck you, банши. Давай еще. Одна ушла. Мимо. Ай. Она мне отменила этот. Давай, сколько тирана там. У меня же все собаки умерли. Стой. Давай убивать. Смотри-ка, мы их пробрили. Удивительно. Угу. Так. Бронза ТВ. Бронза ТВ. Фух.